На несколько часов персонажи мультфильма «Маша и Медведь» – проводники в мир космоса. Вместе с Бузулукской детворой они танцуют, играют и совершают увлекательное путешествие на Луну, где их ждут загадки и творческие испытания. А на соседней площадке во всю аллею растянулся космический баннер. На нем представлены рисунки более 70 участников конкурса «Хочу стать космонавтом». В своих работах они изобразили ракеты, вымышленные реалистичные планеты галактики. Рисунки Земля, звезды, ракеты и внутри космонавт. Сам рисовал или брат помогал? Помогал. Все работы удивляют и композицией, и яркими красками. За участие и победу юным художникам памятные подарки. Но главный сюрприз – встреча с космонавтом Романом Романенко. Сюжеты рисунков оживают из уст космонавта. Здесь и первый полет в космос, и вид Земли из иллюминатора. Сейчас наступает такой момент для современного поколения детей, да, что они начинают опять думать об этом, о космосе. Это очень здорово, потому что мы потеряли целых несколько поколений тех людей, которые мечтали быть банкирами, финансистами и так далее. Сейчас возрождается это опять, патриотизм растет, поэтому я надеюсь, что и не один человек отсюда будет писать заявление в отряд космонавтов. В завершении встречи фото на память и, конечно же, легендарный автограф Героя России. Диляра Абусева при поддержке Бузулук ТВ. Новости дня.